Сегодня мадридский Атлетико встречается с Алавесом. 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 Мало кто может сравниться. Во Франции сейчас вообще много молодых и перспективных игроков. Если они сумеют себя реализовать и в дальнейшем, то сборная у них снова будет претендовать на самые высокие места. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. И вот состав Атлетико Мадрид. Центр поля получился крайне насыщенным. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Такой состав будет... И от Гризма! Сейф, но атака продолжается. Отличное спасение вратаря и очень важный сейф. Быстрый гол мог перевернуть всю игру. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Борха. Сегодня мадридский Атлетико встречается с Алавесом. Сегодня мадридский Атлетико встречается с Алавесом. Сегодня мадридский Атлетико встречается с Алавесом. Сегодня мадридский Атлетико встречается с Алавесом.